Мы в лесочке, комрады. Утро. Красота в лесу. Хорошо. Тихо, спокойно, не жарко. У меня первый интересный сигнал. На вот такой небольшой глубине поймал черный железный сигнальчик. Достаем, посмотрим. Ага. Ясно. Я думал, это ножик старый. Оказался напильник, скорее всего. Ну да, вроде напильник, вроде не... Или заготовочка, не знаю. Но, в общем, не старина. Лес чистый, сигнала практически нету. Ходим в поисках древности, в поисках старины. Пока у нас у троих ни одной находки по древности нету. Только что поднял под деревом такой замочек. Ну, не очень старый, ребят. Но все равно интересный. Такой вот. Пойдет. Почищу его обязательно. Будет в коллекции лежать. Такой, наверное, поздний царизм или ранний совдеп. Сейчас тут проверю. Может, где-то сундучок к замочку имеется. Переехали на другое место, комрады. В общем, в итоге практически ничего не нашли на том месте. Так вот 3 часа отходили впустую. На другом месте первый сигнальчик у меня был. Пятнашка 54-го года. Потом выкопал пробку, фольгу. И вторая монетка. 2 копейки 1935-го. Вот такая ранняя советинка. Неплохая. Комрады, к моему замочку, который я выкопал на прошлом месте, с этого места выкопался вот такой вот ржавый железный старенький ключик. В общем, сегодня замок и ключ есть, монетки есть. Нормально. Пойдет. Очередная монета с этого места. 2 копейки 1936 года. Это уже 11-й советик с этого места. И вообще за сегодня. Довольно-таки неплохо мы заехали. Место хоженое. Хоженое всеми подряд. А у нас сегодня монетки потихоньку вылазят. Друзья, тут в лесу такая находка. Я вообще не знаю, какой-то алтарь, наверное, или что. Поклонение вождю мирового пролетариата. В общем, так, пластинки, бутылки. Это тропа, смотрите. Все ограждено. Пакеты для мусора висят. Вот туда пошла дорожка. Блин, трудом кто-то занимался. Значит, тут кострище. А здесь дедушка Ленин. Вот так вот. Дедушка Ленин с башкой-то. Отбитой. Вот это прикол, да? Видишь? Ленин. Жалко, что не бронзовый, а гипсовый. Так, давайте вернем голову на место. Так, все-таки кто-то делал, старался. Конечно, срач тут развели капитальный, блин. А куда же эта тропинка ведет? Ага, я все понял. А тропинка вот эта вот, выложенная бутылками и всякой ерундой, ведет к такому вот дереву. А здесь, в этом дереве, стоит мокрый бульбулятор. Ну, все ясно, кто тут занимается этой ерундой. Наркоманы какие-то малолетние, блин, с ума сходят. Накурятся с Лениным вместе. Ну да ладно, продолжаем искать. Копнул такую старенькую зажигалку. Жаль только, что не комплект. Возможно, не закончили работу, а возможно, и просто раскрутили и выкинули. Ну, вещь такая старая, интересная. В принципе, подлежит восстановлению. Вот такая зажигалочка. Хорошая находка, интересная.
Попалась вот такая деньга 1731 года. Вроде как в сохранчике. Ничего, помоется, должна быть неплохая. Хоть одна царская монетка за полдня поисков. Ну вот наш общий результат на троих на сегодня. Все уместилось на одной лопате. Вот находки отца. Вот такие вот монетки. Вот находки комрада. Тут до реформы чутка побольше. 56-й, 46-й, 40-й, наверное. А может и не 40-й, надо будет тереть. Так, ну и у меня. И у меня чуть-чуть побольше, чем у комрадов. Попалась вот деньга, попались вот пуговички, попался замочек и ключик, зажигалка в некомплекте. Вот такой вот взрывак деактивный, надо будет его почистить, посмотреть на наличие клеев. В принципе, нормально. Не густо, конечно, но и не пусто. Кому видео понравилось, ребята, ставим лайки, подписываемся на канал. До новых встреч. Пока.